Мої вітання, друзі. Ви на каналі Мирослав Солонар. Я радий всіх вас бачити. А з нами сьогодні відомий український таролог, пані Олена Бюн. Пані Олено, мої вітання вам. Добрий вечір. Що там зараз безпосередньо відбувається на наших фронтах? Ситуація довкола Бахмута та Солодара. Ну, сейчас в Солидаре действительно тяжелое положение. Но здесь карты говорят, немножко надо подождать, и ситуация изменится. Тут идет карта победы, то есть справятся с этой ситуацией. Да, стабилизируется, правильно. Ну, видите, тут просто запеклые бои там идут. То, что Солидар разрушен и разрушается дальше, это да. Нам, да, конечно, наши отошли, достаточно оставили, да, большую территорию Солидара, но они целенаправленно, видите, они наносят удары, там дома, вот где они там находятся, да, дома, вот идет целенаправленно. Чмобиков там мочат, да, конкретно. Целенаправленное уничтожение их идет. Бахмут. Так, Бахмут. Бахмут. Так. Ну, в Бахмуте тоже, да, очень тяжелая ситуация, тоже, видите. Ну, те же карты, видите, город уничтожен, уже уничтожается. Тоже запеклые бои, да? Кидают они жертв там достаточное количество с их стороны, со стороны России. Смотрите, тяжелая достаточно ситуация, достаточно тяжелая, но все-таки... Они вот здесь по-другому немножко говорят. Надо набраться терпения, свет в конце туннеля появится, и украинские вооруженные силы разрулят эту ситуацию. Південний напрямок, Запоріжжя та Херсонщина. Там уже рашисти готуються накивати п'ятами. Так, Запорожье смотрим. Запорожское направление. Давайте посмотрим. Тоже часто задаваемый вопрос. Собираются российские войска идти в наступление на Запорожье? Собираются российские войска идти в наступление на Запорожье? Нет. Они все время показывают один и тот же ответ. Запорожье достаточно хорошо укреплено, достаточно хорошо, вот именно наземное, да, вот это вот. Там у них достаточно сложная ситуация, то, что касается российских войск. Видите, такая тупиковая ситуация. Видимо, у них там плохо с логистикой. Возможно, опять же, их там много, но у них не хватает чего-то, каких-то ресурсов, чтобы так в открытую пойти в какое-то наступление. Не получится у них. Здесь тоже карты говорят, ну, наберитесь вы терпения, скоро ситуация изменится. Тут украинские вооруженные силы собираются в контрнаступление. Так они отвечают. Ну, це і не дивно щодо логістики. Наші хаймерси перебили їм всю ту логістику. Херсонщина, так. Лівий берег, давайте, тобто, чи очікується звільнення лівого берега? Лівий берег Херсонщини. Освобождення лівого берега Херсонщини. Берега Херсонщини. Да. Смотрите, здесь немножко ситуация притормозилась, но здесь тоже как бы
Здесь что-то еще связано, видимо, с какой-то помощью, да? Что-то нам надо для того, чтобы быстро разрешить эту проблему или как можно быстрее разрешить. И здесь, вот я все время говорю, что нашим украинским вооруженным силам очень тяжело освобождать территории, свои города и населенные пункты. Они делают все, чтобы не пострадали эти населенные пункты, не пострадали жители в этих городах. Это в первую очередь жители, да? Поэтому тут приходится действовать достаточно хитро. Не хочется раскрывать, да, все ситуации, но они делают хитро, выжимая таким образом, заставляя их или же уничтожить их, да, точечно, или же выжить и заставить уйти. Уйти с этой территории, что в принципе и будет. Только тоже надо набраться терпения. Короче, кажучи, чекаємо на Рамштайн, чекаємо на танки Леопарди. І да. Тоді почнуться якісь рухи. Ситуацію на кордонах хочеться глянути, пані Олена. Чи не скористаються росіяни ось цими трагедіями, які зараз є в Україні, щоб піти в повномасштабний наступ з території Білорусі? Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка. Підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube-канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Чи не скористаються росіяни ось цими трагедіями, які зараз є в Україні, щоб піти в повномасштабний наступ з території Білорусі? Чи на кордоні, я не знаю, там, з Чернігівською областю і Сумською областю? Давайте по очереді смотрим Білорусь. Возможно, вторжение, так і спросим, з території Білорусі в ближайшее время. Возможно, вторжение з території Білорусі. Российско-белорусских войск на территории Украины, возможно. Смотрите, в планах у них такое есть. В планах у них действительно такое есть. Но у них всегда планы. У них планы, вы знаете, за три дня взять Киев были. Да-да, подавились. Прекрасно понимают, что, видите, как это, граница достаточно сильно укреплена. И это... Командование понимает, что это как бы поход в один конец, что они будут уничтожены. Но, смотрите. Пока по пассиву. Ну, смотрите, вот у меня вчера я делала расклад, по пассиву, но они ждут приказа. Вот так четко карты говорят. Ждут приказа. Как будет только дан приказ, они пойдут в наступление. Там из хорошего то, что Лукашенко пытается эту ситуацию как-то сгладить, пытается все-таки усидеть на двух стульях, ведет какие-то переговоры, ну, в общем, что-то такое, вот знаете, вот, пытается оттянуть этот момент. Но, знаете, опасность, да, опасность велика, потому что четко карты говорят, ждут приказа, ждут сигнала. И даже несмотря на то, что их там, может быть, как говорят у нас, недостаточно большое количество, и по сути они обречены, они их там положат, однозначно украинские вооруженные силы положат, там все готово. Но это, видите, это такой план, опять же, вот типа как Солидар Бахмут, да, бросить на убой их. И таким образом оттянуть, ну поняли, оттянуть сюда силы украинские вооруженные силы. Что там мы смотрим? Черниговщину? Да, Чернигівщину и Сумщину. Чернигівщина. Будет именно на ближайшее, самое ближайшее время мы смотрим. Да, найближчим часом. Саме в ближайшее время. Коли якраз Україна оговтується від пережитих бід. Буде вторження Чернігівської області в ближайшее время. Здесь то же самое. Здесь некий обманный ход, видите их. Они понимают, да, что это то же самое, что это путь в один конец.
В ближайшее время нет. Я думаю, что нет. Больше, больше разгоняют вот здесь. Именно здесь больше разгоняют тему на это. Но единственное, что в Черниговской области идет опасность воздуха, опасность обстрелов. Сумская область. Вторжение Сумской области. Самое ближайшее. Те же карты. Почти что те же самые карты. Смотрите, тоже, тоже путь в один конец. Везде им путь в один конец. Везде идет уничтожение. Тут тоже разгоняется... Они сейчас, видите, очень сильно информационную войну нам объявили. Они решили запугать. Вот просто запугать всем, чем только можно. Про те, що вони хочуть нас залякати. Вже от кілька днів, пані Олено, поширюється інформація, що Росія хоче створити так званий уряд у вигнанні, який очолять Янукович, Азаров і Медведчук. Такі собі 3 ЦП. Ну, ЦП відбували. Для чого це росіянам і чи вдасться їм це? Давайте це також поглянемо. Тут уряд Янукович, Медведчук, Азаров. Да нет, это им не удастся здесь творить. Не, это, знаете, это тоже некий, это манипуляция Кремля. У них, понимаете, вот что за этим стоит? Сейчас у них огромный страх, вот, что украинские вооруженные силы пойдут в контрнаступление. И они вот все время карты говорят. Кстати, успешное будет контрнаступление, достаточно быстрое и успешное. И вот этого они боятся. Им надо, они хотят оставить вот эти незаконно оккупированные территории себе. Любым путем. Особенно им сейчас это Донбасс. Донбасс, вот они уцепились за Донбасс, и они его хотят. Вот, и вот это сейчас манипуляция со стороны, особенно Медведчука, который написал статью, да, что там раскол у нас в Украине, да, ну бред там написал. Просто копайся. Да, и такая манипуляция. Ничего им это не даст, все как завжди. Абсолютно, абсолютно ничего не даст. И вообще, смотрите, по картам было четко сегодня, вот уже делал расклад, что чем дольше они затягивают эту войну, вот сейчас, да, чем дольше они ее затягивают в Украине, вот принимая такие меры с этой мобилизацией, пытаясь там отвоевать Донбасс, пытаясь удержать эти территории, тем они больше усугубляют себе карму для России. Если бы они, это будет еще хуже намного жизнь в России, вот эти события страшные, гражданская война, там расколы и всякие, все то, что ждет Россию. Она бы могла это пройти за один период времени. Чем дольше тянется война, тем больше они нагнетают карму, тем они увеличивают вот эту, ну поняли, да? Худшу жизнь для России, для людей. Ми завершимо нашу сьогоднішню розмову. Друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами була наша пані Олена Б'юн. Ми вас раді завжди бачити на нашому каналі. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал пані Олени. Всім добра, слава Україні! Віримо в наші Збройні Сили. Героям слава!